Я бы что сделал? Во-первых, что все-таки мы как бы имеем конституцию, в которой написано все очень правильно. И чтобы вот эти правильные слова действительно стали работать в нашем государстве. Чтобы религия, допустим, были на равном положении, чтобы не было слов у нас тут, как религия такая-то главная, или нет главных религий. Потому что все религии, они все от Всевышнего, они все равны. Их называют авраамические религии, от Авраама, от Ибрагима. Поэтому ставить какую-то религию над какой-то и принижать следующую религию, это крайне неправильно. Все должно быть ровно и соответствовать, значит, населению и требовать населения, которое живет в данном случае. Первое условие. Второе. Социальная справедливость и распределение благ, национального достояния и национального дохода должно тоже распределяться соответственно, значит, людям, которые трудятся. Чтобы существовал, допустим, налог на сверхдоходы, которые сверхбогатые люди в нашей стране, чтобы они были вынуждены платить не 13%, допустим, а 70%, как это во многих государствах, где идет грамотное распределение налога. То есть перераспределять средства внутри государства, помогать тем, у кого меньше денег, у кого сложнее жить. Это вот второе условие, важное условие. Ну и третье условие, какое вы сказали, три надо условия, сейчас я подумаю, что же третье какое. Потому что эти основные, главные два. Третье, наверное, все-таки культура и духовность. Потому что это базис для любого государства. Если государство образованное, если молодежь имеет возможность получать хорошее образование, и молодежь растет в духе, главное, самое главное, в духе веры во Всевышнего, это основа вообще всего и каждого человека, его правильная духовная база, то, мне кажется, вот с такой основой государство будет действительно настоящим твердо на своих ногах и будет очень активно и быстро развиваться. Три условия.